Очередной плановый профилактический рейд провели сотрудники администрации городского округа Щелково совместно с инспекторами ГИБДД, представителями Минтранса Московской области и Мосавтодором. Они проверили движение возле платформы «Воронок». Там довольно часто автомобилисты, в том числе водители такси, паркуются прямо на остановочных пунктах и мешают при этом проезду общественного транспорта. Сегодняшний рейд мы проводим, чтобы заставить водителей коммерческого транспорта все же останавливаться на своих остановках. И таксистам запретить тоже стоянку на остановках социальных маршрутов. В ходе рейда, в ходе нашего мероприятия было принято решение также для ужесточения, что ли, мер, установить дорожные знаки, запрещающие парковку. В перспективе планируется запустить по данному маршруту паркон. Это видеофиксатор на машине ДПС, который отслеживает все нарушения на стоянках автотранспорта. Также в планах передвинуть некоторые знаки, чтобы освободить большую площадь для комфортного подъезда автобусов и маршрутных такси. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.